Ко дню учителя подмосковное отделение партии выпустило 65 тысяч брошюр. Все они именные. На обложку планинга нанесено название образовательного учреждения, а также имя и отчество педагога. На его обороте можно прочитать поздравления от секретаря областного отделения «Единой России» Игоря Брынцалова. Вместе с председателем Совета депутатов округа Татьяной Одинцовой, первый зампред Мособлдумы, посетила три школы. Лариса Лазутина поздравила педагогов Одинцовского лицея номер 6 и двух общеобразовательных школ номер 17 и номер 1. Ваш труд и вашу значимость сложно переоценить. Работа учителя непростая, нервная, напряженная, но очень важная. Надеюсь, эти планинги немного облегчат ваши трудовые дни и помогут лучше понимать свой график и нагрузку, сказала Лариса Лазутина.